горах полно? Горах? Полно. А. Полно. Везде его используют. А почему тогда эти не такие? В смысле? Ну это же саркофаги, вот но не из такого камня. Надо ее не надо сидеть, где все они, все саркофаги того камня. А в принципе, нужды как таковой храма не было. Конечно, в греческое время они вставали. Всех остальных городов сохраняется. Здесь есть очень коварные северные ветровые потоки. Ни один корабль в те времена не висит нам, почему эта эстетика. Рабы, и как вы знаете, среди пару слов скажем. Надо идти просто, да? Давайте. Давайте. Значит, самая большая особенность храма Афины, что он сделан какой? В стиле дорийский, дор. Коринфский, ионический и, как вы знаете, дорийский стиль колонн есть. Асында дуайпать и топнать керек ёк. А в принципе, нужды как таковой храма не было. Конечно, в греческое время они вставали, руки поднимали к небу наверх и молились. Топна япума себе асында. Kapının sahip olduğu değerli malzemeler, hediyeler aynı zamanda mermerden büyük bekleyen yaptıkları için. Значит, почему это делается? Это придает что? Городу силуэт, важность. В этом храме подарки хранятся, сбережения, освещаются предметы, дополнительные ритуалы какие-то может как бы проводить государственные какие-то, да, вот дела тоже можно проводить в храмах. То есть он превращается в некое универсальное сооружение, помимо того, что является и... Друзья, присоединяйтесь, ждем вас! Ага. Юля, не ходи далеко. Все смотрите, вот проработанный мастер, который цвет, его будет цветом, говорит, вот так. Будем следовать этот маршрут. Вот, посмотрите. Мраморное море, сразу северное в виде полумесяца проезжается. Без перегрузки, без особой нагрузки, типа легкий вариант, но богатый опять. Здесь на фоне природы, птица, опять море. Oralar yeni. İkisi de ikisi çok iyi anlaşmazlar. Ama yan yana. Mecburen. O zaman çünkü seçme para var. Seçme. Yeah. O zaman şey. Şey mi? Yeah.